Наша задача – сохранять и укреплять связь поколений, повышать узнаваемость университета на общем рынке и также постоянно вовлекать выпускников в учебный процесс и в развитие университета. Наше приоритетное направление в ближайшем будущем – это повысить количество бизнес-практиков в качестве преподавателей, наладить теплый контакт между бизнесом и университетом, также сделать все, чтобы Высшая школа бизнеса вошла в рейтинг мировых лучших бизнес-школ. Наши выпускники – это наш бренд, и это наши же успехи. И насколько успешны наши выпускники после нашего образования, настолько успешен и университет. Выпускники – это лицо университета, это его ключевые, наверное, то, что по-английски мы называем assets, да, это актив, это ценность. Они наша имиджевая составляющая, мы действительно гордимся выпускниками, и они наши амбассадоры, и зачастую за рубежом, и здесь, в нашей стране. Это наша опора, потому что мы привлекаем их для работы с нашими студентами в различных программах. Для университета очень важно, что выпускники остаются в этой семье, в этой альма-матер. С удовольствием ребята сейчас участвуют в менторской программе, с удовольствием наши выпускники вовлекаются в интервью, и наш день ВШБ тоже состоялся благодаря участию наших выпускников. У нас одна основа. У нас есть какая-то живость, да, мы активны, мы хотим изменить себя, изменить мир вокруг себя в лучшую сторону. А кто, если не мы? Вышка, безусловно, прививает людям порядочность. Достаточно широкие взгляды, такой широкий кругозор, структурное мышление, хорошая подготовка и умение работать. Отличает упорство в достижении целей и, наверное, стремление постоянно двигаться вперед, не боясь, достигая все новых высот каждый день. Умение нестандартно мыслить. Свободу плюс ответственность Вышка очень хорошо воспитывает. Главное – это самореализация. Мне даже ничего не пришлось после вуза с этим делать. Мы просто дружили с ребятами, и я оказался знаком со всем миром.